Всем привет. Я думаю, девочки, которые были в отношениях или состоят сейчас в отношениях, всегда какие-то терки бывают, да? И если вы решили себя, как многие европейские женщины, повести, я в том числе точно так же когда-то поступала, поступить таким образом, да? Вот мы поругались, например, какой-то конфликт, и неважно, по какой причине это произошло, а перестану-ка я с ним общаться, а объявлю-ка я ему бойкот, а не выйду я на связь, а промолчу или где-то в соцсетях заблокирую, но при этом оставлю небольшой след, например, онлайн, там он меня может видеть в Инстаграме появляться буду, то есть не для всех людей из интернета я исчезла, только для тебя, то есть вы даете ему такое понимание вот этого ощущения, и вы ждете, сидите и ждете, когда же он все-таки прибежит обратно и начнет спрашивать, да что ж у тебя произошло, а почему ты меня где-то там заблокировала, а все ли с тобой, дорогая, в порядке? Почему-то ты не выходишь на связь. Время идет, часы капают, тикают, а его все нет. И уже он не выходит на связь и не интересуется вами, и вы уже начинаете потихоньку засылать каких-то ваших общих друзей, знакомых, спросить, а все ли с ним в порядке? Начинаете писать с каких-то фейковых страниц, а все ли у тебя окей, давай познакомимся, какие-то проверки начинаются, и начинаете на себя нагнетать. Вот, если бы я так не поступила, наверное, я его обидела, ничего бы этого не произошло, не надо было вот так себя вести, да, это моя вина полностью. И вы уже начинаете себя подпитывать тем, что, а вдруг с ним что-то случилось, вдруг он попал в аварию, вдруг его забила машина, а вдруг, а что-то, а как-то. И вы уже, собственно, вот этой игре занимаете абсолютно, вы абсолютно меняетесь позициями, теперь вы уже трясетесь и к нему бежите, а к вам контакта никакого, и очень часто вот в эти моменты отношения заканчиваются, потому что мужчина на контакт так и не выходит, он просто пропадает. И вам уже не верится, а как, из-за какой-то мелочи, или я просто его хотела на какой-то ерунде такой проверить, а вот он показал свое отношение ко мне и все прочее. Секрет не в этом, не в том, что вы какая-то плохая, не надо на себя чувствовать вины, да, поступок, скажем так, не очень-то умный, отчасти глуповатый, так себя вести не нужно, но это особенность, вот это наше поведение стандартное, которое проканывает на европейских ваших там мужчинах, которые у вас был опыт до этого, который просто разобьется о стену турецкого воспитания и менталитета. Турки очень обидчивые, злопамятные, они очень трудно отпускают какие-то конфликты и обидки, именно обиды, слово обиды. Обидеть турка очень легко, а завоевать, может быть, отчасти получить его прощение какое-то очень-очень трудно. Я не говорю о том, что вы обязаны что-то завоевывать и получать прощение от мужчины. Я, в общем, да, это не относится конкретно к какой-то ситуации. У каждого, короче говоря, свой сценарий будет, своя ситуация, но суть-то общая у нас одна остается. И вот в этом видео о том, почему себя так вести не стоит и какие у вас могут быть с этим проблемы, если вы захотите провернуть такой трюк. Скорее всего, мужчина просто не выйдет с вами в итоге на контакт, либо у вас, если наладятся отношения, они уже пойдут не так резво, хорошо будут смазаны колеса, да, эта тарантайка ваша не так быстро покатится вверх куда-то, а покатится она по наклонной вниз. Может быть, какая-то трещина в отношениях, может быть, со временем это забудется, ну, скорее всего, но неприятный осадочек, скажем так, останется. А дело-то в том, что турки очень обидчивы, у них годами идут конфликты, у них обижают сын на отца, дочь на мать, а братья и сестры, кузены, кузины, особенно что говорить о чужих каких-то людях, когда это просто, я имею в виду, не кровные родственники, а какие-то друзья и знакомые чьи-то кого-то. В общем, одно неправильно сказанное слово. Это для этого не нужно огромного какого-то страшного конфликта, какой-то кровной мести или еще чего-то. Просто спор о, там, я не знаю, результатах футбольного матча, за ужином семейным что-то там не поделили, о ком-то кто-то что-то сказал. Вот любой вообще, они очень темпераментные, вспыльчивые. Поэтому повода для конфликта много не нужно. Но как они этот конфликт преодолевать будут, это уже от самих людей будет зависеть. Я вам приведу обычный пример, который вот на моих глазах протекает уже 4 года. Моя знакомая, наша родственница, не общается со своим родным братом. Казалось бы, это взрослые люди, им уже по 50 лет, у них свои дети, внуки есть. Они не общаются, они избегают мероприятий семейных, каких-то дней рождения, праздников, свадеб, всего-всего. Ничего их примирить не может. Она не приходит, родственница, где может быть ее брат. Он не приходит точно так же, где она может быть. Если какое-то мероприятие, они заранее узнают,
узнают, а он там или она будут. И если какой-то вот, ну, не знаю, может быть, он приедет, она никогда туда не придет. Точно так же по отношению к ней. Их даже не может примирить смерть каких-то близких родственников. Они были на похоронах, но они в одной комнате не оставались. Настолько это неприязнь. Хотя их дети, кузены между собой, они общаются более-менее, как-то созваниваются на праздники, типа делают вид, что не замечают такого конфликта родительского, но, скажем так, у них еще здравый смысл остался, и они не причастны к этому конфликту, но не так тепло, не так дружественно, и не так часто они общаются, как это могло бы быть, если бы их родители не ругались между собой, родные брат и сестра. А сейчас у вас возникает вопрос, да что же они не поделили, почему они могли так поругаться, что даже смерть близких родственников их не может примирить? А я вам отвечу. Оказалось, все очень просто. Была свадьба у сына этой женщины. И ее родной брат не смог присутствовать на свадьбе. Его, как и всем, было выслано приглашение. Они живут в одном городе в Стамбуле, она в европейской части, он в азиатской. Но по стечению обстоятельств каких-то он не смог присутствовать. Ну, скажем так, забегался и все прочее. И он не предупредил о том, что он не будет присутствовать на свадьбе, скажем так. Ну, или что, как там произошло просто простое и элементарное недопонимание. Какой-то бытовой фактор, я уж все там досконально, детально столько не знаю, но то, что я видела, это просто разворачивалось на моих глазах, да. Вот буквально я понимаю, что с какой-то точки зрения, ну да, некрасиво там не прийти на свадьбу к своему родному племяннику. Но, господи, когда у тебя в семье 7 братьев и сестер, знаете, да, когда семья большая, ну, когда у тебя племянников этих 20 штук, тоже, знаете, не каждому ты там на свадьбу пойдешь. И, в общем, получилось так, что он не смог присутствовать на свадьбе, она обиделась, то, что он ее не предупредил, родной брат, по правилам этикета, он должен был позвонить, предупредить, отправить подарок, либо отправить своих детей с подарком, либо после свадьбы отправить подарок, то есть подарить золото, ну, как золото, как правило, или какие-то деньги, то есть подарок должен был подарить, не присутствуя на свадьбе, потому что это близкий кровный родственник. А он забегался, не пришел на свадьбу, и подарок как-то так получилось, когда он уже после свадьбы извинялся, она не приняла его извинения, он ей там позвонил или что-то, и там такая история, скажем так, развилась, ах, ты мне звонишь, а ты ничто не смог к сестре родной приехать извиниться. И вот слово за слово, они разругались на пустом, по сути, месте, как бы на свадьбе никого от этого не убыло, на свадьбе там 250 человек было, то, что не присутствовал этот дядя, никто особо и не заметил даже среди родственников, да. Да, отчасти его вина какая-то есть, но, и честно, она не такая соразмерная, чтобы с человеком не контактировать, избегать и вообще вот так себя вести как бы не очень хорошо. И вот, казалось бы, у них уже есть свои внуки, у них есть дети, им по 50 с лишним лет. Они вот играют в такую игру молчанку, причем, я честно скажу, не представляю, как у них может быть перемирие. И я вот, по крайней мере, на данный момент этого не вижу вообще, что у них может быть это перемирие. Родственники пытаются помирить, ничего не получается. Вот, родной брат и сестра, вот такая длинная история о том, как они не могут примириться. А что говорить, когда там в интернете недопонимание, Имейте в виду, что это особенность их воспитания. Не все турки так поступают. Но у кого в семье есть такие примеры, они видят это с детства. На их, скажем так, психике, на их поведении это тоже откладывается. И нет гарантии, что в семье у вашего мужчины такого нет. Он этим воспитан, он это видит с детства, какие-то такие конфликты, какие-то обиды своих родителей. Тоже далеко ходить не надо, у меня муж ругался со своим другом, ну и прям близким другом, а знакомым, из-за футбольного матча. Они болельщики двух конкурирующих спортивных футбольных клубов в Турции. И когда был матч там, чемпионов этой лиги, их какой, я в этом вообще особо, честно говоря, не шарю. В общем, они поругались из-за какого-то там футболиста. Один другого обзывал, что он у вас там слабый в команде, другой там, да мы вас порвем сегодня. Был, в общем, матч. В общем, потом в итоге тот, который был типа слабый, они выиграли. И вот все, с гордо поднятыми головами они не общались, обиделись. Вообще из-за левого чего-то. Хотя они когда-то вместе работали, у них были какие-то общие там деньги. Все, ни работы, ни бизнеса, ничего. Все вот застопорилось. И, к слову, год, а то и не помню, может, полтора, они вообще, живя рядом, не общались, не контактировали, не здоровались. Я с его женой общалась. Мы как-то встречались, по-женски, скажем так, да. И мы ржали над ними, честно, на встречах, хохотали, когда муж узнал, а ты с ней ведешь? К ней никаких претензий не было. Муж просто,
И он сидит, каждый из них спрашивает, а он бы мне что-то говорил, а он бы мне что-то спрашивал, то есть. Но в итоге мы их помирили, но не мы, а наши третьи друзья по работе. У них стал бизнес в их направлении, их немножко смежное там что-то было. И уже настолько это дошло апогея, что работа стояла год-полтора, какой-то у них проект заморозился из-за этого, и уже какие-то левые там знакомые их по работе, именно партнеры, они мне сказали о встрече, они их собрали в одном, скажем так, месте, в ресторане позвали, и они встретились лицом к лицу, они сели, выяснили отношения, конфликта, как по сути, такого не было. Каждый друг перед другом извинился за свое поведение, они начали работать дальше. Но, честно скажу, когда они закончили этот проект, у них такой дружбы уже не было, у них уже не сложилось, уже какой-то осадочек вот этот остался, они здороваются, но они уже, у нас уже нет таких... каких-то у них были, знаете, ну, принятые посиделки с друзьями по работе. Вот это больше коллеги, я не скажу, что прям такие друзья-друзья были, но коллеги, жены, когда жен приводят, вот, у нас вот этого уже вот этом кругу по работе этого не стало. Именно с этими людьми, они как-то из вот этой компании по работе, их семья от вот этих наших кучек семейных немножко отделилась и перестали они как-то со всеми общаться. Может, у них какие-то новые там знакомые проекты, ну, в общем, вы поняли, короче. Осадочек остался, общение каким-то образом, можно так выразиться, прекратилось. В итоге на нет сошло, чисто дружеское, но не такое радужное, как было раньше, и доверия, естественно, никакого нет. Вот, о чем говорить вообще об интернете, о том, где вот куча всяких притирок, когда у вас отношения начинаются. И вот таких факторах, когда люди близкие, казалось бы, даже по работе выгодные в чем-то друг другу, они наступают на горло своим родным чувством, любви, выгоде своей финансовой, хотя турки очень хорошие торгаши, и моменты заработать, сделать бизнес они не упустят, но их какая-то гордость, и не могут они отпускать обиду, это все-таки может сыграть. Так что пишите в ваших комментариях истории, с чем вы с этим сталкивались, мне будет очень интересно об этом узнать. Ну, это здесь повсеместно, это просто нужно принять и научиться правильно это гладко обходить, не доводить, мой главный совет, не доводить ситуации какие-то до вот этого игнора друг друга, до блока, до объявления бойкота. Бойкот, блин, считайте, все, обратно возврата никакого нет, вот честно скажу. В отношениях имейте, девочки, в виду. Так что с турком, особенно в интернете общение, когда не проканает заблокировать, удалиться и молчать, ждать, когда он прибежит что-то узнавать. Не прибежит, скорее всего, ничего узнавать. Сам на вас еще в ответ обидится, и вас где-нибудь заблокирует, ваши отношения сойдут на нет. Жду ваших историй на эту тему. Сталкивались вы с этим? Если да, то переживают эти конфликты, как потом развивались ваши отношения и общение. Если видео понравилось, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Спасибо, что меня продолжаете смотреть. Всем пока!